нашего стема мы взяли одну известную сказку. Мы решили, что это будет очень смелый поступок. И теперь хотим представить наш стем на ваш суд. Итак, Золушка. Мачеха и сестры уехали на бал. Золушка осталась одна в большом доме. Принц, ну по-любому бы в меня влюбился. Правда, мышонок? Кто бы это мог быть? Ну, слышь, есть попить! Во рту горит все, походу, какая-то острая шаверма попалась. Конечно. А вы кто? Фея твоя, крёстная! Феи никогда не видела? Нет. Чё, даже после акцента? Нет. Ой, у вас крылья! Умеете летать? Да не, это дефект при рождении. Ух ты, ничего себе! Какая у тебя крыса здоровая? Чем ты ее кормишь? Да это всё нормально, дефект при рождении. Дефект? Дефективный брат! Ой, ты приветик мой, ути-пути! Фея крёстная. Вы такая активная, откуда у вас столько энергии? Да это все моя волшебная пыльца, Золушка. Много добрых дел делали? Кучу, садись, расскажу. Значит, сначала мы поехали к этой, ну, которая с маленькими мужиками водится. Белоснежка. Да, я ей все время говорила, тебя либо купил план погубит, либо яблоки. С первым прогадала. Злой колдун с Ташкента ядовитое яблоко ей впарил. Накрыла Снежку. Пришлось в сон погружать, пока организм очистится. Ну а эта дура, которая с чудовищем водится. Вэй. Она. У нее вообще с головой непорядок. Она с чайным сервизом разговаривает. Все время какие-то песни непонятные поет. И цветочек маленький видится, представляешь? Я вот к ней подхожу и говорю. Вэй. Je ne suis ni curieux que c'est okay. Ну и русалочка. Я к ней домой приезжаю. А у нее чешуя вся чешет, хвост облазит. А знаешь почему? Почему? А просто в городе на два дня воду отключили, прикинь. Мне пришлось их забить фильтровку и в магазин ходить, чтобы хвост обмыть. Ладно, у тебя какая проблема? Да меня просто мальчика на бал не пускает. Ну а что ты мне предлагаешь делать? Пойти твою мачеху отфигачить? Да нет, никого не надо фигачить. Просто сделай меня красивой, подари мне машину, желательно Мазерати. Желательно с личным водителем, сумочку от Гуччи и хрустальные лабуденты. А давай я тебе вместо Мазерати полузакаточную машину подарю? Нет, ну ладно, окей, хорошо. Тогда сделай мне карету из тыквы, извозчика из гуся, лошадей из мышей и кучеров из ящериц. Золушка, ты что, мои волшебные пыльцы? Принц! Я люблю тебя, Золушка! Я тоже люблю тебя, принц! Ой, ничего себе! Первый раз встретились, а уже слобры потекли! Ну ты-то, принц, давай, садись, кушай! О, ничего себе, у тебя мышь здоровая! А это нормально? При нашей экологии это вполне нормально. Да я не про мышь, а это нормально, что у нее крылья из спины торчат. А это нормально, что у тебя меч из шеи торчит? Какой меч? Ну вот, Золушка, вот он твой принц. Я свое дело сделала. Все, у меня сейчас сходка фей. Поедем Гагарина на Евровидение помогать. Все, берегите себя. И жили они долго, прям как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Команда КВН «Местный вызов», верьте в чудеса. Thank you.